Медиагруппа «Прима» представляет. Они находят нужные слова, когда нам плохо. Они прощают, когда мы не отвечаем на звонки. Они переживают и выручают нас в трудную минуту. Они готовят самые вкусные котлеты и потрясающие блинчики. Они все понимают и всегда на нашей стороне. Мы для них лучшие и всегда дети. Наши мамы. Скажите спасибо самым близким людям. Сходите вместе с мамой на концерт добрых песен от красноярского пианиста Кайтара. 1 декабря. Большой зал Института искусств. Билеты на сайте kassy.ru.